Здравствуйте! Сегодня мы с вами очередной урок по бяньгань ведем с улицы. Значит, палка-хлыст сегодня очередная базовая техника. Это урок номер 6 с базовыми техниками по работе с палкой-хлыстом бяньгань. Следующее движение у нас сегодня будет. Мы делаем замах, кладя палочку на плечо. Это базовое движение защитное. Если идет атака противника вот отсюда, что мы потом разберем в парной технике, то сбив идет вот отсюда. Сбивающее движение, и палка прям удобно ложится на плечевой сустав, на плечо. Отсюда делаем шаг правой ногой вперед, скруточка, левая нога ставится сзади на носочек, и отсюда делается удар вперед палкой. Вот такое движение. Раз, два. Сначала мы тренируем это на месте. То есть вначале на месте, с шагом вперед, задняя нога на носке, хорошая скрутка, усиливаем движение переносом веса вперед и скручивающим движением корпуса. То же самое движение выполняется с другой стороны. На плечо. И с шагом вперед выполняем удар. То есть поднимание на плечо, помните, это защита от удара. Защита, сбив оружие противника. И с переносом веса вперед выполняем удар вперед. Удар выполняется в область ключицы, либо виска сверху, как правило. Может быть удар по запястью. То есть, в принципе, удар в любую зону, но самая частая зона это голова, в частности, висок, ключица или запястье противника. Вот отсюда удар идет. В форме эта связка у нас выполняется следующим образом. Мы делаем удар в сторону. Левой рукой, на шаге правой ногой делаем удар, отсюда замах, опять раскрывание, удар сверху, опять движение сюда и повторяем то же самое на другую сторону, раскрывание, шаг вперед, удар, это можно тренировать дорожкой, защита, раскрывание на сбиве и с шагом вперед удар, опять защита, раскрывание на сбиве и с шагом вперед удар, дошли до конца дорожки, повторяем то же самое в другую сторону, удар, защита. Раскрывание, удар, защита, раскрывание, удар, защита, раскрывание, удар. Итак, я надеюсь, этот урок был полезен для вас. Мы продолжим разбор базовых техник бяньгань на следующем уроке. А пока ставьте лайк, если урок вам понравился. Подписываемся на канал, если еще не подписаны. И жмем на колокольчик, чтобы не пропустить обновления. Спасибо за внимание. До следующих встреч.